Дорогие друзья, еще одна достопримечательность города Гянджа. Дом из бутылок. Посмотрите, человек построил реальный дом из бутылок. Представляете, он, по-моему, посвятил дом своему брату, кого-то он ждал. Я точную историю не знаю, а читать с гугла мне не хочется, но видно, что человек этот дом кому-то посвятил. Кто-то, причем, из этих молодых людей на рисунках воевали во Второй мировой войне, да, ну, Великой Отечественной, участвовали. Давайте-ка зайдем в сам дом, если, конечно, сможем, и посмотрим. Но дом реально весь из бутылок. Пошли. Далее, Гардашин. Его брат пропал без вести в Сталинграде, и он посвятил дом брату. Ага. Ага. Это не только стекло, но и ручная работа. То есть эти мозаики из маленьких камней собрать даже сложнее, чем поставить бутылки. В 66 году дом был готов. 50 лет bundan qabaq. Ondan da çox. 60 лет назад. Ага. Burada da yazılıb. Ага. Слава вечная родине за неизвестного солдата. Ага. Bu ise Московская Олимпиада 1980 года. А там наверху музей функционирует или люди живут. Вот как-то можно туда попасть. А там наверху очень красивый есть альбом, большой альбом, в котором оставляют автографы и свои впечатления пишут известные люди. Даже мама, папа Зеленского были там, фоткались и оставили впечатления. А можем туда подняться? Ну, я должен спросить у женщины, понимаешь? Ага. Поехали, друзья мои. Мы направляемся в сам музей из бутылок. Ага. Ханым, бу музея бахарсыз, дюзду? Сахлыйс? Окей. Да. Иди, одевай, паузу сделай. Ага. Одевай. И идемте в дом из бутылок. Зеленские, да, были? Да, и папа был, его, и мама был. Я сейчас все покажу, пускай придет оператор. Вот эти советские, видите, подожди секундочку, я сейчас переведу. Вот эти вот мозаики, это красота из этих камней. Будашлардан. А пеле халда в Сочиден гелиф. Из Сочи пришли в камни в таком состоянии. Булар да кырлыв, папу геляны по хала салмыфты. Ага, они сломались и стали вот такими. Булардан да мозаикалар йоб. Далда совет эскери вар, тумы пары булар. Буну орда меймарлар рәсүзләре бар. То есть он собрал все это, вот, да, вот этого советского солдата из этих маленьких камешков. Да, ага. Посмотрите, на каждом камне он изваял что-то. Это город Гянджа. Хамсы Алиштариде. Это мечеть Шах Аббаса. Он все это вырезал. Сколько лет? Более 20 лет своей жизни он потратил на стройку этого дома. Özün neçənci ildə rəhmətə gedib? Кулич. Это куличи наверху. И он посвятил этот дом брату, который пропал без вести в городе Сталинград. Ага. Красота. А кто из известных приехал? А, много, я тебе все покажу. Это из стекла. Это из стекла, они из-за дождя все закрыли. Этот молодой человек сам построил. Özde ветеран olub, düzdü. А это он является Ибрахим, является строителем, а посвятил дом своему пропавшему без вести в Сталинграде брату Юсифу. То есть собрать из камешка вот эти рисунки сложнее, чем положить даже бутылки, как он утверждает. Ама не делал бы, бутылкалар 60 лет бутылки не сломались.
kırılmıyor. Aha. Bunu tikende buna yaşlı bir adamlar var. Vermişler ki bu nakışlar da var. Sen bu işi gören mi yaşlı? Aa, никто не верил, что он вообще сможет даже один этаж поднять. Burada bizim pahlava bizi açıyor. Pahlava. Tezlerler nətə yığılır. Pahlava. İnsanda səbir, hövsələr ki, bunlar kırık elə halda oraya elə səliqəli yığasak. 20 лет строит дом. Bu şişədir. Bak, bunun bir sayda budur. Koy bir tane atıp, prostu. Bunu haradan alıp, bunu Amerikanlar zaten gelenden alıp. 20 yıl, on 20 лет закупал в советское время, когда был железный занавес. Эти материалы, где, как, на кай... На кадар пул бурахов, на ардан о кадар пулу вар иди. Откуда у него было столько денег, интересно? Уникально. Натальный дом, шиша дей бу. Özü də yaşayırdı burada. Yaşayırdı. Özüm turistlərlə şəkilləri var. Aa, сейчас мы посмотрим на его фотки. Твоего известного человека с... Да. С туристами. Bu qədər amma sözlər var, dostum. Ondan oturum, qədər... Садись, да. Сейчас мы увидим. 2018-dən gələn, bura qabaq eşim qoymur. Aha, aslan. Bu bütün dünyadan gələn turistlər. Известные туристы со всего мира. Aha. Dünyanın hər yeri var orada. Потрясающе. Посмотри. Ама, бах, ага. 70-ci illər. 70-м году приезжали, 70-е годы. Ама бу сөздә 2018-дән 1% туристин үрәй сөздә. Потрясающе. Бу да үрәй сөздәре бар. Бу бу кишидер. Вот этот мужик, который строил. Таштар әлендәдер, бу да. Тикир, бах, о баяк мәсә гер гөрсәттим. Бу таштар әлендәдер. Он этот дом строил вот 20 лет. Бу Израильле туристләрдер, Холланд. Израиль, Голландия, Канада. Иран, Канада. Бу лар хамсы. Совет hükümetin vaxtında gələn turistlərdir. Советское время приехавшие туристы. Bunlardan indi də gələnlər var. Londondan gələndir, Якутиядан gələndir. Из Лондона, с Якутии, друзья. Посмотрите. Индистанлы туристлərдir, Йемен, Almanya'dan gələn туристлər. Германия. Irak'tan. Bax, bu da bu kişidir. Bu öz... Вот это он. Bu da turistlərdir, 70-ci ilin şəkildir. 70-е годы туристы приезжали. Очень симпатичный, я вам скажу. Да. Великобритания, Китай, Корея, Санкт-Петербург, Петербург, Чикаго, американцы, Чикаго, из Чикаго. Друзья, супер. Да, да, интересный момент, сейчас он обещает нам. Клон, сериал, что он... Клон. А, из Клона, актеры из Клона приехали сюда, помните, да? Это мама, папа Зеленского. Сражение великое, мастер его создал, отец президента Украины. Ой, да. Зеленского папа с мамой даже здесь были. Надо же. Гэнджи. Супер. Бэли-бэли. Барселона. Çindən gələn bu Türkiyə Kitay. Super. İtaliyadan, hər yer Çindən, nə deyirəm, İtaliyadan. Bu da уникально, друзья. Обязательно, когда будете в Гэнджи, посетите этот уникальный комплекс. Малайзия. В общем, со всего мира приезжали сюда. İndi bunu çox biz yada düşmüş çətin. Bax, burada elə bir özüm baxıram, qardaş, özü çox savadlı. Oxuyursan keçək. А вот тут чимин ürək sözləri var. Давайте посмотрим, какие здесь интересные. Да, да. Ага. Он говорит, сейчас будет какая-то интересная. А совет hökumətinin və aptal. Ага. Bunu oxuyuram buranı. Кто эти люди? Buranı bəqədəm qardaşım. Ага. Уважаемые сотрудники Госкомитета Москвы, уважаемый Ибрагим, день Нового года, мы восхищаемся вашим. Bu kimin deyə müəllim? Bu Moskvanın Госкомитетin işçiləri, böyükləri. Госкомитет Москвы. Замечательно. Bu da bizim Andropov olur. Bunun rəis sözü. Bax, burada yazır. Это Андропова слова. Глава КГБ Советского Союза. O, deyən nazir olub. Bax, bu da bu da adıdır. А, Андропов, да, он, да, а потом стал первым секретарем на недолгий срок. Burada da bax, bu bizim dünya çempionu qızdır. Burada da 70-ci illərdən bəri gələn turistlərin təzə ürək sözləri də var. Bax, şəkilləri. Замечательно. Bu təəssüflər mən olmamışam. Burada Rusiyan professorlar da var. Замечательно. 70-ci illərin şəkilləri. Siz də sağ olun. Ребята, обязательно приходите в этот музей и получайте удовольствие. Пролистайте обязательно в 100% порядке все страницы. Сфоткайтесь и почувствуйте себя. Да. Почувствуйте себя немножко в Советском Союзе. Спасибо. Спасибо.